София, Милана, Артем, Даниил. Так чаще всего называют новорожденных мирнинцев. Эти имена являются рейтинговыми уже более 10 лет. Правда, необычные и экзотические не перестают удивлять. Какие имена популярны и с какими сложностями встречаются обладатели необычных имен в следующем сюжете. В Мирном, как оказалось, немало людей с именем Мир. Один из них работает в алмазодобывающей компании. Переспрашивают. Необычное имя у вас, говорят. Имя Мир мне дали прабабушка, прадедушка. У Лингварда Назарова революционное имя. Ленинская гвардия в сокращенном варианте. Лингвард Степанович революцию не затеял, но очень ответственный и преданный своему делу специалист. В выходные он здесь всегда. Он у нас задерживается и до 11 постоянно. И его можно здесь только практически найти, даже в Новый год. В списке самых распространенных имен София, Милана, Милена. Артем и Даниил также популярны в нашем городе. Ну а все рекорды бьет имя Матвей. Вновь вспомнили и старорусские имена, такие как Варвара, Тимофей, Савелий и Елисей. Среди необычных имен выделяются Леонелла, Анна-Мари, Русалина, Доминик. Считается, что редкие имена подчеркивают неповторимость человека. В именах сложных допускаются ошибки. И это впоследствии для оформления пенсии бывают сложности. Иногда, чтобы доказывать, надо находить свидетельство о рождении. А человек, если не в этой местности родился, а где-то в другом городе, в другой области, это, на это уходит очень много времени. Имя – это самый дорогой подарок ребенку. Важно, чтобы оно нравилось не только родителям. Главное, не стоит забывать, что ему носить имя всю жизнь. Ивана Филиппова, Роман Ларин, Илья Засухин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».